Всем привет! Недавно я пошла в магазин и увидела вот такую вот синюю тонику. И мне интересно, как она будет держаться на моих волосах, так как они у меня не осветленные и тут полностью каштановый цвет натуральный. Давайте проверим это. Потом мне понадобятся еще и перчатки обычные, потом это обычная вода смочить волосы. Вместо крема я взяла маску для лица, потому что у меня крема просто нет. И еще у меня вот такая вот шапочка дома. Еще я сейчас попытаюсь выдавить остатки, но я не думаю. Потом делом я начинаю пшикать на свои волосы воду и смачиваю их таким образом. Смазку на лицо сделаю себе. Камеру главное выключить сейчас. Вот. Прикольно, синий-черный цвет. Сама в шоке, если честно. У меня, кстати, прикольный вот такой принт. Вот такие вот волосы у меня на солнышке. Прикольно. Где этот синий цвет? Я не знаю. Ну, в принципе, ничего другого я не ожидала от этой краски. Вот это вот у меня немного такие обесцвеченные кончики. Если так посмотреть, то они еще с прошлого года, не знаю. Ну, в принципе, буквы, цвет волос. Ничего другого я не ожидала. И вот такой вот у нас финиш. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всех очень-очень люблю. И пока-пока.